Всем привет, друзья, подписчики, а также гости нашего контента. На сегодня нам предстоит вот такая работа, такой вот сапог зимний. Как раз сейчас у нас февраль месяц, разгар зимы, как говорится. Разрыв небольшой, 4-5 сантиметров. Разрывы эти образуются благодаря некачественной косметике, а также средств по уходу за обувью на основе силикона. Ну и вода свое дело делает. Кожа становится слабой, рыхлой, рвется, пересыхает и начинает ползти. Вот, этот разрыв, благо, мы можем перекрыть внутренней заплаткой. Хотя я предпочитаю называть это скрытым ремонтом разрыва. Разрыв, конечно, мы перекрываем с запасом в одну и в другую сторону. Как видите, разрыв длиной 4-5 сантиметров превратился в все 10-12, а запасом все 15 сантиметров. Вот, перекрываем разрыв полностью с запасом. Так это вот выглядит. Теперь мы заворачиваем А-союзку, проклеиваем вверх и подошву под прессом на колодке. И ремонт уже близится к концу. Вот так это выглядит после завершения. Ремонт закончен. Такой вот был у нас на сегодня заказ. Он завершен. Чистка, уход за обувью была проведена. Сапожок выглядит отлично, прекрасно себя чувствует и дальше будет радовать свою хозяйку. Если у вас есть такие же проблемы, такие же печали, обращайтесь, мы сможем вам в этом помочь. Работаем мы ежедневно. ТЦ «Добрыня», город Новомосковск, Тульская область, третий этаж, офис номер 15. Наш контактный телефон 8-915-691-60-37. Всем счастья, добра и благополучия!